Дорогие друзья, всем привет! Сегодня мы с вами приготовим очень-очень вкусный салатик из молодой капусты. Нам понадобятся орехи, чернослив, петрушка, капуста и маринованный лук. Лук я замариновала в бальзамическом уксусе. Это очень-очень вкусный будет лук. Салат готовим очень-очень быстро. Сначала мелко нашинкуем капусту. А теперь берем объемную емкость и все соединяем. Теперь к капусте добавляем орехи, которые я заранее измельчила. Чернослив порезала мелко. Петрушку. И лук, естественно, без жидкости. Немного по вкусу подсолим. Поперчим. И добавим домашний майонез. Точное количество ингредиентов в описании под видео. Все тщательно перемешаем. Такой салатик можно сделать также и с зимней капустой, только он будет сейчас нежней. Выкладываем в салатник и наслаждаемся. Всего вам доброго! Всем пока!